Привет, друзья! Съедобный бизнес с вами. Как и все, утро мы начинаем с чего? Правильно, с проверки социальных сетей. Но после этого мы пьем ароматный вкусный кофе. И сегодняшний выпуск будет посвящен именно кофейным напиткам. Я покажу вам, тем людям, которые живут в Дубае, либо приезжают сюда на отдых, где выпить вкусную чашечку кофе. Не переключайтесь! Мы начинаем новый выпуск. Первой точкой будет Classic Rock Coffee Bar. Это американская франшиза, открытая в Дубае буквально год назад. И они стали популярны в Инстаграме именно потому, что они подают кофе в вафельном стаканчике. Представьте себе, сейчас мы это вместе с вами попробуем. Также у них очень много различных других кофейных напитков. Один из очень интересных, который мне понравился, это, к примеру, Affogato, это Almond Cinnamon Latte, шафрановый латте, например, есть испанский Spanish Latte, есть Cortado и много-много других кофейных напитков. Также есть здесь и еда. Наш кофе в вафельном стаканчике будет стоить 32 дирхама, это почти 10 долларов. Вот так вот начинаем наш экспириенс. Ну что, вот так вот выглядит наш первый кофе в этом выпуске. Очень оригинальная подача, очень инстаграммабл. Всем советую заморачиваться над презентацией своих блюд и напитков, как сделали эти ребята. Нас предупредили, что необходимо выпить кофе в стаканчике в течение 5 минут, иначе ваша, как говорится, карета превратится в тыкву, а кофе в лужицу. Соответственно, мы начинаем. Вот для тех, кто любит не спешить с кофейным напитком, отдельно приносят еще вот такую вот рюмочку кофе. Соответственно, вы получаете по цене одного два напитка. Ну что, cheers! Прикольно. Кофе самый обычный, но за счет подачи, как говорится, это того стоит хотя бы один раз. Не переключайтесь.
Мы приехали в Дубай Молл, в Лето Кафе. Это очень популярное место среди локалов. Пришло оно к нам из Лондона в 2011 году. Первое кафе было открыто в Англии выходцем из России. Уже сегодня их 6, и 3 из них находятся как раз в Дубае. Чем славится здесь Лето Кафе? Они, у них очень много крутых десертов и, конечно же, вкусный кофе. Здесь мы будем пробовать кофе «Кафе кон лече», что в переводе с испанского означает «Spanish Latte» – кофе с сгущенным молоком. Вот, так что не переключайтесь, тут очень интересная подача. Друзья, ну что, как вам подача? Правда огонь? Пишите ниже ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Рестораторы, берите на заметку, вводите у себя в своих заведениях такую подачу. Смотрится классно, и поверьте, этот кофе стоит 40 дирхам, это 12-13 долларов, и это бестселлер. Нормалек. Друзья, мы в офигенном месте, это японская кофейня, арабика 100% называется, пришла к нам из Киото, уже насчитывается 43 кофейни по миру в 12 странах. Японцы, как вы знаете, славятся своим мастерством, передавая ремесла из поколения в поколение, и вот именно в обжарке кофе они тоже достигли уже определенного prime уровня и начали открывать и делать крутые продукты. Вот, поэтому мы пришли сюда. Это безумно популярное место в Дубае. Есть Дубай Молли, Ситивоки и много где. Линк я оставлю ниже. Заказали мы классический капучино. Они делают арт латте и всегда удивляют какими-то классными рисуночками своих гостей. Есть очень много разных видов кофе. Зерна из Гватемалы, из Бразилии, из Кении, в том числе. Каждый из команды может объяснить вам и посоветовать, какой вкус для какого кофейного напитка подойдет лучше всего. Приходите, заказывайте кофе в Арабика 100%.
Мы продолжаем наш кофейный марафон, и сейчас мы пришли в крутой бренд Overdose. Они только недавно пришли в Дубай, это homemade concept из Саудовской Аравии. Круто, да, ребята, когда появляются на Ближнем Востоке свои бренды. И сейчас мы будем тестировать их фирменный кофе. У них есть 4 вида, пойдем покажу, подходим. Вот так вот выглядят они. 4 вида. Классические латте с сгущенным молоком, с карамелью соленой, Red Velvet, вкус тортика Red Velvet и фисташковый. Вот. Хочу добавить одно, что вы скажете, почему в Дубае так много сладких кофейных напитков? Да все просто, потому что арабы привыкли с давних времен пить как раз сладкий кофе. Они не понимают и не любят классические черные кофе, либо же там какие-то различные другие кофейные напитки, которые более горькие, насыщенные. Вот. Поэтому сегодня мы делаем обзор, но я думаю, что вам такие вещи непривычны, и поэтому обязательно приезжая в Дубай, посещайте Overdose и пейте вкусный сладкий кофейный напиток. Ну а мы заказываем 2 и сейчас будем пробовать. Нам приготовили 2 напитка, вот с фисташковым сиропом и Red Velvet. Но что примечательно, ребята сами готовят вот эти наполнители, и они даже просят их не называть сиропами, но я, честно говоря, даже не знаю, как их назвать правильно. В общем, вкусовые наполнители, которые органически готовятся прямо здесь, на бейке. Свежее молоко и шот эспрессо. Вы спросите, что это за розовые этикетки? Сейчас идет месяц Cancer Breast Awareness, поэтому в Дубае все присоединяются к поддержке и пытаются как бы эти вещи все осветить. Вот поэтому в подарок еще дают вот такие вот 2 шоколадочки. Ну что, будем пробовать? Пробуем первый фисташковый. Попробуем его немножко размешать. У них, кстати, очень крутая инстаграм-страничка, я дам вам ссылочку. Посмотрите, ребята очень качественно подходят к контенту. Вау! Вау, это вкусно! Я небольшой фан Red Velvet, но сказали, что это тоже будет очень вкусно, поэтому мы пробуем. Прикольно, мне очень сладкий он, но вообще концепт очень классный. И так как сейчас все инстаграммабл, то именно вот такие напитки становятся хитами продаж. И все друзья инфлюенсеров и блогеров, как только видят такие напитки, они прям бегут и покупают их. Поэтому делайте ваш продукт не только качественным, но и инстаграммабл. Мы идем дальше. Ну а следующий кусочек этого эпизода для настоящих кофейных гурманов. Мы приехали в компанию Raw Coffee Factory, которая производит самый вкусный кофе в Дубае. Пара из Новой Зеландии в начале 2000-х, переехав в Дубай, осознали, что здесь нету вкусного настоящего кофе. И они потихоньку-потихоньку начали развивать эту тему. И на сегодняшний день являются крупнейшим поставщиком вкусного кофе, где именно здесь, за моей спиной, они обжаривают и готовят его к расфасовке и продают ритейлерам в Эмиратах.
В многих ресторанах и кофейнях Дубая и Абу-Даби вы можете пить кофе, именно произведен этой компанией. Сейчас мы пойдем попробуем чашечку вкусного кофе именно у них. Не переключайтесь. Вы сейчас смотрите меня и, наверное, подумаете, что чувак, ты, наверное, вместо кофе-бара зашел уже в пивнушку и медленно переключился на другой выпуск про пабы в Дубае. Но нет, мы все же до сих пор в Raw Coffee Company, где я заказал себе Nitro кофе. Это холодный кофе, который подается из бочки и с добавлением нитрогаза. Отличный выбор для жаркого лета. Пробуем. Это Vintage Blend. Здесь два вида кофе с Эфиопии и Колумбии. Как нам объяснили, конечно, за счет нитроджена он теряет свои выраженные вкусовые качество, но что я сейчас здесь слышу внутри, это долю шоколада, немножко миндаля жареного и легкая цитрусовая кислинка в конце. Я думаю, что это вообще отличное место для любителей кофе, которые ценят его не за бодрость, а именно за вкус. Поэтому всем советую Raw Coffee Company, ссылочка ниже. Приходите. Ну что, друзья, после этого выпуска ваша жизнь не будет как прежней, потому что теперь вы знаете, где пить самый вкусный кофе в Дубае. Обязательно напишите ваши комментарии, если вы хотите, чтобы я сделал обзор одного из ресторанов, кафе, который мы показали в этом выпуске. Пишите комментарии, я с ними свяжусь и сделаю это специально для вас. Подписывайтесь на наш канал «Съедобный бизнес», если еще это не сделали. Обязательно поставьте лайк этому выпуску. Ну и до следующей недели. С вами был Андрей Сунко. Пока!